Если вы еще не играли в потрясающую игру о кораблях World of Warships, то самое время начать. Ведь сегодня вы можете получить премиальный крейсер Диана и 1 миллион серебра в подарок, если зарегистрируетесь по ссылке в описании к видео. Забирайте свой корабль и начните побеждать в World of Warships. Я несколько лет готовился к этому бою. Последняя битва Оби-Вана Кеноби и Мола, двух заклятых врагов, которые ненавидят друг друга больше 20 лет. И вот, наконец-то, нам должны показать здесь финальную их битву. И я уверен, что создатели сериала «Повстанцев» сделали что-то настолько невообразимое, что даже финал второго сезона «Повстанцев» и финал третьего эпизода отсосут по эпичности у того, что мы сейчас увидим. Ну что, погнали! Мурашки по коже. Я уже чую, что сейчас будет что-то просто нереальное. Все? Именно такой была моя реакция на последнюю битву. Думаю, все ждали чего-то большего, ведь противопоставление Мола и Оби-Вана Кеноби — это одно из главных сюжетных столкновений двух воплощений — света и тьмы. Всем было понятно, что Мол из этой дуэли выйдет проигравшим. Но черт возьми, почти три десятка лет неукротимой ненависти Мола нужно было завершить соответственно. Я ожидал растянутое на всю серию динамичное сражение Оби-Вана и Мола, а в итоге получил бой, состоящий из трех ударов, последний из которых и закончил длинную, эпичную историю ученика Дарта Сидиуса. Конечно, Мол был изнеможен скитаниями по пустыням Татуина. Он был слаб, а Оби-Ван знал, что за ним идут, и подготовился к битве. Да, я обожаю Оби-Вана и недолюбливаю Мола как персонажей, но Мол заслужил красивую смерть. А что он получил? Бесславную гибель в неинтересной битве. Представьте, если бы бой Энакина и Оби-Вана в третьем эпизоде ужали бы в три удара и одну минуту, 50 секунд из которых это подготовка и монолог Кеноби. Не тронь ее! Не нужно нотации, Оби-Ван. Если ты не со мной, значит ты мой враг. Закончено, Энакин! Я стою выше тебя! Ты недооцениваешь мою мощь! Ты был избранником! Ненавижу! Но несмотря на такой абсолютный фейл, серия была интересна своей завязкой и концовкой, в которой мы узнали, что на самом деле избранным был все же не Энакин Скайуокер, а его сын Люк. Приятно было услышать, как Беру зовет совсем молодого Люка Скайуокера, но все же горький привкус кидалова у меня остался. Хотя такую глупую смерть можно было бы считать метафорой. Суть в том, что вся ненависть Мола к Оби-Вану, которую он сделал смыслом своей жизни, ничего в итоге не стоила. И эта ненависть была столь же глупой и бессмысленной, как его смерть. А как вам эпизод «Солнце-близнецы»? Считаете ли вы, что смерть Мола была глупой, или же наоборот, что в этом был свой смысл? Делитесь мнением в комментариях и ставьте лайк, это сильно поможет мне в развитии канала. Спасибо за просмотр, и да послужит вам сила!